Привет, привет всем! Вы не поверите, сегодня очередная посылка с интернет-магазина Опт-Хоз. Я, кстати, проверила свои посылочки, когда они у меня закончатся. А у меня еще впереди две. У меня впереди еще три посылочки и все. Больше я не заказывала. А вот эти все посылочки, это уже весна. Это уже весна этого года. Опять эта посылочка у меня застряла в перерыв на почте в Бородино. Опять денька три она у меня там лежала. Ну, я уверена, что там все в порядке. За три дня произойти особо ничего не должно. Плюс у нас сейчас установились такие достаточно прохладные деньки. И я думаю, там все нормально. Здесь я точно знаю, что у меня есть голубика. И, по-моему, мы сейчас посмотрим. Так, давайте сейчас. Вуаля. Так, ну вот. Здесь всего лишь у меня два саженца. Это опять, скорее всего, из той серии, когда забыл, что ранее заказывал. А вот. Здесь у меня голубика садовая Патриот и ту и западная Golden Taffet. У меня она уже получается четвертая. Это вот опять же из той серии, когда берешь, забываешь. И опять заказываешь неоднократно. Получается, слава богу, это последний Golden Taffet. Я уже не знаю, куда их сажать. Это у меня уже четвертая штучка. Опять же, погналась за сейчас модным растением этот Golden Taffet. Она тут достаточно по девяточка. 310 рублей с копейками. О, получается, у меня, да, уже эти четыре штуки, это Golden Taffet. Ну, ничего. Такие малыши, они всегда куда-нибудь пристроятся. Вот в этом году получается я 4 штучки. Получается 4 штучки я посажу. Так, не получается мне красиво и изящно расковырять эти коробки. Сейчас, значит, они очень быстро откроются. Так, ну вот они, растюшки. Ну, Опт-Хоз, ты, конечно, лучший. Ну, потрясающе. Посмотрите, по девяточка, а такой прям вот пушистик. У меня в прошлых обзорах было из Опт-Хоза две по девяточке Golden Taffet. И я еще раз повторяю, ну, то, что это очень хороший саженец. Прям, ну, вообще прям, ну, такой хороший, такой настоящий кустик. И его даже не стыдно уже сажать в клумбу. И не то, что там какая-то ниточка торчать будет, да, там наращиваться. Это я его, да, колбашу вам не разглядеть. А очень такой приличный. А с учетом того, что это карликовое растение, ну, прям достаточно такой уже взрослый экземпляр. Очень мне нравится. Чувствую, горшочек такой легенький, суховатенький. Ну, я говорила. То есть она у меня застряла, посылочка на почте. Когда почта работала, забрать я никак не смогла, уже уехала. А потом, соответственно, попадаешь в перерыв. Вот, и я сейчас вот специально поскакала на почту уже забрать этих своих малышей. Хороший саженец, мне очень нравится. Вот, сказать, в принципе, я больше ничего не могу. Сейчас очень модная эта туйка. Посмотрим, как она у меня перезимует. Но я, по крайней мере, со своей этой амнезией хорошо подстраховалась. У меня целых 4 штучки. И из этих 4 штучек, я думаю, какие-то нормально должны прижиться и развиваться. Ставку все-таки я делаю на Опт-Хозовский Golden Taffet. Ну, посмотрим. Посмотрим. Так, ну что. И вот саженец голубики. Хочу сказать, в этом году у меня... Я посадила, наверное, у меня в итоге в этом году получится 8 кустов голубики. В прошлом году у меня были посажены 4 куста голубики, 2 спартана, блюкорп и еще какой-то, я не помню. И вот 2 спартана вообще очень шикарно себя показали, начали наращивать листовую массу, хорошо развиваться. А вот блюкорп и вот второй, я не помню, ну прям совсем там. Как были двумя ниточками, так они остались. Не очень сильно им прям понравилось, хотя наводила все как положено. Для всех 4 кустов вот паспорта он очень прям хорошо пошел.
Два остальных саженца прям как-то не очень. Но в этом году в местном питомнике Синичина я купила два достаточно взрослых куста трехлетки, по-моему, тоже спартана, и уже он цвел, уже с ягодами. И вот в этом году, конечно, надо было показать, вот, проходя мимо елок. И в этом году, соответственно, они были посажены, созрели на них достаточно очень крупные эти ягоды, и очень вкусные, очень вкусные. И в итоге я, получается, да, вот у меня 4 спартана, 2 из них взрослых. Ну, специально купили 2 куста, чтобы уже хотя бы начать есть. Потому что, вы знаете, да, голубика, она, это не смородина, да, посадил ниточку, она плодоносит. Нет, голубика, как и жимолость, то есть должно пройти буквально несколько лет, чтобы кусты начали плодоносить. Поэтому они стоят так достаточно нехило. Ну и это было вот в апреле заказано, еще до моих покупок взрослых там спартанов. Но про патриот я тоже очень достаточно много слышала, что достаточно сильная голубика, высокорослая, обильно плодоносит. Ну, посмотрим, посмотрим. У меня уже два мешка земли для нее готовы, посадим. Ну, очень моей семье понравилась голубика. Будем, значит, ее это пытаться выращивать и с удовольствием лакомиться. Ну, вот такая вот у меня маленькая посылочка. Впереди еще две. А впереди у меня от оптхоза будут две штамбовых елочки и одна пихта. А сейчас в пути у меня идет, опять же, весенний заказ, как всегда, про который я забыла. Там опять сосна Варелла, не штамбовый, обычный там горшочек, по-моему, двухлитровый. И идет у меня в этой же елочка Соня. По-моему, Соня тоже, по-моему, в двухлитровом горшочке. А сейчас в процессе, вот там на почте где-то она у меня идет. Вот. Так что вот такая посылочка маленькая. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока!